Кизильник нашелся. Полицейские обнаружили похищенные из городских клумб кусты возле частного дома в Советском районе. Нашли и злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель. Как выяснили стражи порядка, мужчина выкопал больше 200 растений. Злоумышленник тайно похитил 235 кустов кизильника, причинив комитету дорожного хозяйства администрации города Челябинска ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Похищенные растения челябинец перевез на своем автомобиле и высадил на территории земельного участка в Советском районе. Теперь южноуральцу грозит до 2 лет колонии. Напомним, это не единственный случай кражи зеленых насаждений в Челябинске. На прошлой неделе появилось видео, на котором горожанка выкапывает кусты на улице Лесопарковой. Здравствуйте. Что, воруете кусты? Посадим вон там к себе. Не воруем, не берем. Ну вот, в полицию мы передадим. Очевидец обратился в полицию, обращение зарегистрировано. Теперь эту даму ищут.